Один флаг на двоих. Впервые в истории российский триколор на закрытии Олимпиады понесут сразу две спортсменки. И станут ими синхронистки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина. В официальном твиттере Национального олимпийского комитета сообщается, их выбрали единогласно. Ищенко и Ромашина на нынешних играх завоевали золото сначала в дуэте, а потом в составе группы. Обе стали олимпийскими чемпионками уже в пятый раз. Кстати, 6 лет назад Наталья вошла в историю чемпионатов Европы как первая победительница сразу всех 4 видов состязаний по синхронному плаванию. Пышный карнавал с оттенком грусти. Так описывают предстоящую церемонию закрытия Рио-2016 ее творческие организаторы. Прощальный праздник пройдет сегодня ночью на стадионе Маракана. Перед зрителями по традиции пройдут шествием победителей. А 200 актеров по замыслу устроителей сделают эту феерию поистине бразильской.